честно, Днепр — это понты. Мы ковали щит. Мы были мечом. Это то место, где ты можешь созидать. То есть это место, где ты можешь что-то оставить после себя. Я в него возвращаюсь домой. Уезжая куда-либо, достаточно долгое время находясь где-либо вне Днепра, приезжая сюда, я чувствую, что я вернулся домой. В Днепре, если вас ненавидят, вас ненавидят. Вот так. Если вас любят, вас любят. Я ценю, когда мне не улыбаются в лицо и не шипят в спину. Это не железный трон из «Игры престолов». Это кресло днепровского мэра. И сидеть на нем, я бы сказал, не шибко удобно. Но вот сам мэр пообещал немножечко на нем посидеть. Я сижу на этом кресле каждый день. Когда первый раз на воздушном шаре летаешь, потом шампанского наливают. А когда первый раз в метро, я не знаю. У нас мужчины серьезнее, у нас пьют более крепкие напитки. Покажите, что у вас здесь. Соблюдать должен каждый человек, который здесь чем-нибудь владеет.